Краснодар чуть-чуть не дотянул до звания города-миллионника. В краевой столице живет 943 827 человек. Официально в список городов с населением более миллиона человек он может быть включен только в результате всероссийской переписи населения. Всего в крае на 1 января проживало 5,5 миллионов человек. По данным Краснодарстата, на втором месте Сочи. На курорте зарегистрировано около 480 тысяч человек. На третьем месте Новороссийск, там 325 тысяч жителей.